Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу мод, который добавляет велосипед в Minecraft Pocket Edition. Ну, велосипедов у нас будет всего лишь один. Давайте заспавним, и у нас появится такой красивый велосипед. Также мы сможем на нем покататься. Для этого нам всего лишь понадобится гаечный ключ. Тапаем гаечным ключом по велосипеду, и мы сможем уже все полноценно ездить на нем. Давайте я включу вид от третьего лица. Но выглядит это очень классно. Я не знаю, будет ли этот мод работать в мультиплеере. Ну, возможно, да. Ну, все очень отлично выглядит. Даже, можно сказать, детализировано. И если кто-то очень, так сказать, все сильно замечает, то с каждым обновлением Майнкрафта моды становятся все лучше и лучше. Ну вот, что могу сказать о велосипеде. Текстуры отлично сделаны. Видно педали, видно сиденье, видно руль, особенно если мы играем от первого лица. Так, неужели мы не догоним нашего слота? Так, иди сюда. Куда? Я слез с велосипеда. Да, я его даже сломал. Ну, ничего страшного, мы заполним еще один. Но, к сожалению, он сможет, вот так сказать, вертеться вокруг нас. Ну, наш велосипед не сможет от нас уезжать, как это было в ранних версиях. Ну, диски тоже выполнены очень красиво. Ну, выглядит все очень красиво. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.